Индикатор для бинарных опционов London Bridge четко фиксирует зоны перекупленности и перепроданности, от которых следует совершать сделки. В его основе лежит динамический подход к определению уровня волатильности торгуемого инструмента. London Bridge может одинаково успешно применяться в торговле на рынке Форекс и бинарными опционами. Его официальная версия стоит $64.95, однако прежде чем приобретать этот индикатор, вы можете детально разобраться с логикой работы этого инструмента, бесплатно скачав его с нашего сайта в ознакомительных целях по ссылкам в описании к этому видео. Использование подвального осциллятора London Bridge в торговле не предполагает наличие какого-то опыта и может использоваться трейдерами любого уровня подготовки. Это обстоятельство делает его очень привлекательным для новичков в торговле бинарными опционами. London Bridge устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто еще не знает, как это делать, ищите ссылки на инструкции по установке также под видео. Обзор и настройки индикатора London Bridge. Этот индикатор относится к категории подвальных осцилляторов, расположенных под графиком анализируемого финансового инструмента. Он формирует три сигнальные линии – Bridge, BB, BBAVG. Bridge – это красная линия самого индикатора. BB – белая пунктирная линия границ индикатора Боллинджера, построенных по значениям Bridge. BBAVG – скользящая средняя индикатора Боллинджера, построенная по значениям Bridge. Положение линии Bridge относительно скользящей средней голубого цвета определяет тренд в анализируемом инструменте. Если Bridge выше голубой скользящей средней BBAVG, на рынке тенденция к росту. Если Bridge ниже голубой скользящей средней BBAVG, на рынке тенденция к снижению. В торговле бинарными опционами не обязательно использовать голубую линию скользящей средней. Нас гораздо больше интересует значение индикатора London Bridge. Это красная линия и ее положение относительно границ Боллинджера и горизонтальных уровней, отмеченных на графике фиолетовым цветом. Значение индикатора London Bridge ниже уровня минус 6 и ниже нижней границы Боллинджера, это белая пунктирная линия, сигнализирует о том, что рынок очень перепродан, и трейдерам бинарных опционов следует покупать опционы Call. В обратной ситуации линия Bridge выше уровня 6 и выше верхней границы Боллинджера, следует покупать бинарные опционы Put. Давайте рассмотрим входные параметры индикатора London Bridge. Традиционно они разбиты на несколько блоков. Сигнальный – тут задаются периоды и методы расчета показателей. Вспомогательный – тут задаются верхний и нижний пороговый уровень. Сервисный – активация различных алертов. Все параметры можно оставить по умолчанию, они оптимизированы для торговли бинарными опционами на таймфреймах H30, H1. Правила торговли по индикатору London Bridge. Сигналы, подаваемые индикатором London Bridge, можно разделить на две категории – фильтр тренда и открытие опционов Call и Put при достижении сигнальной линии заранее предустановленных уровней. Для повышения количества прибыльных сделок в торговле бинарными опционами старайтесь применять сигналы осциллятора London Bridge по тренду, определяемому с помощью инструментов технического анализа. В таком случае вероятность положительных сделок будет максимальной. Фактически, вы будете покупать опционы Call или Put по тренду после завершения ценовой коррекции, о чем вас своевременно предупредит красная сигнальная линия Bridge. Например, для определения тренда добавим на график скользящую среднюю с периодом расчета 100 свечей, SMA 100. Если цена торгуемого инструмента находится ниже этого мувинга, по сигналам London Bridge будем открывать только опционы Put. И наоборот, если цена вашего актива уверенно держится выше скользящей средней, которую мы выбрали в качестве фильтра, то ждем сигнала от стратегии только на открытие опционов Call. Еще один дополнительный способ повышения надежности сигналов – это расширить диапазон между вспомогательными линиями Level Op и Level Os, отображаемые в виде горизонтальных фиолетовых линий. По умолчанию он составляет от минус 6 до плюс 6. Если его расширить до минус 12 плюс 12, количество сделок сократится, но они будут более надежными. В любом случае, необходимо тестировать это условие на истории и подбирать оптимальные параметры, исходя из волатильности конкретного актива. Заключение.
индикатор London Bridge станет хорошим помощником в торговле бинарными опционами по тренду. Его точные сигналы оценят как начинающие трейдеры, так и их более опытные коллеги. Лучшие результаты этот осциллятор показывает на таймфреймах М30 и выше, но наверняка найдутся любители скоростных сделок, которые смогут успешно адаптировать его для скальпинга на бинарных опционах. Обязательно проводите тестирование всех индикаторов на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое, интересное и полезное видео для торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!